Готовим овощные оладьи. Уверяю вас, вам понравится. Нам нужно 300 грамм капусты. При том, что эти оладьи готовятся очень быстро. Они бюджетные, недорого. И вашим домашним всем понравится. Все вы измельчите. По-моему, я переборщила. Так, ну сначала тогда капусту измельчим. Капусту я измельчила. Вроде как сочная даже. Капуста, выращенная мною в прошлом году. Это я хвастаюсь. Так, дальше. У кого измельчитель побольше, конечно, можно лук с капустой вместе. Ну и луковицу большую. На 300 грамм капусты большая луковица. Тоже измельчаем, добавляем к капусте. Перчим по вкусу. Солим. Добавляем одно яйцо. Перемешали. Сначала нужно добавить 2 столовых ложки муки. Вот так где-то. Чайную ложку крахмала. На муку нужно вот так чуть-чуть крахмала, вот эту чайную ложечку высыпать. Затем вот так чуть-чуть перемешать. Не знаю, но почему-то вот так вкуснее получается. На сухую муку чайную ложку крахмала. Мне неудобно к плите камеру ставить. Кухня у нас не готова для съемок. Но это не беда. Со временем мы, конечно, закажем удобную кухню. Ну, ждем, пока разбогатеем. Вот хорошо перемешали. Сейчас я сковородку возьму. Будем жарить. Вот уверяю вас, попробуйте. Очень вкусно. Обжариваем на огне чуть-чуть ниже среднего. С каждой стороны по 5 минут. Удивите своих домашних такими оладушками. Соус подойдет любой. Или сметанка.